Всем привет, народ! Сегодня поговорим снова об игре Farm Money VIP. Сегодня хочу рассказать о нововведениях в проект. Также я сюда еще немножко проинвестировал денег, точнее как немножко. Я закинул еще $350. Этому проекту я доверяю и хочу здесь зарабатывать хорошие деньги. И я здесь их заработаю. Давайте зайдем в личный кабинет. Сразу еще раз расскажу, что ссылочка на полный видеообзор будет в описании, поэтому проходим, смотрим, там видео 20 минут, но вы формативно поймете, что вам нужно сделать для того, чтобы начать здесь зарабатывать. Я же уже, конечно же, расскажу именно самые главные особенности о новостях проекта, о том, что случилось за это время, в котором я нахожусь в проекте. Я уже здесь получал прибыль, сделал реинвесты и как это все происходит. Давайте зайдем сначала самое важное. Это для вас, вы должны понимать, вам нужно заходить в новости игры. Самое важное смотреть, конечно же, новые новости. Также мы можем видеть, что здесь есть новости о проекте. Здесь на данный момент сделали так. Сумма инвестиций, которую вы сделали, возвращается на баланс после выводка. Если вы инвестировали в телят, либо же в поросят, 50% на момент вывода, да, и 50% на баланс для покупки. Сделано это для того, чтобы не было людей, которые просто заходят на один круг, выводят всю сумму денег и уходят. То есть, грабя этим проект, я считаю это правильным для того, чтобы проект хорошо себя показал и хорошо работал, давал нам зарабатывать не один месяц, не один год, да, для того нужно сделать было это, да, то есть 50% мы получаем на вывод, мы их сразу можем выводить, и 50% получаем на баланс для реинвеста. Это здесь все расписано, как видите, вот было пост от администрации, то есть советую его прочитать. Для тех, которые не годовали это, да, то есть им это не нравится, я считаю так, если вам это не нравится, делайте реинвест, да, выводите все деньги и уходите отсюда, то есть вы не нужны проекту, если вы не хотите в нем зарабатывать. Если вы хотите делать реальные вещи, да, реально зарабатывать хорошие деньги, вам советую, конечно же, зайти, начать здесь зарабатывать и зарабатывать хорошие деньги, инвестируя, реинвестируя, как это буду делать я. Я закинул сюда $350, максимальная сумма инвестиций на данный момент $250. После этого будет, конечно же, он еще увеличиться, но на данный момент именно сейчас $250. То есть больше $250 за один круг вы не можете инвестировать. Я закинул 350, чтобы не терять время. После того, как проходит круг, я сразу же делаю второй вклад и спокойненько зарабатываю больше. Этим также же я и занимаюсь. Давайте зайдем в ваш аквариум, посмотрим, как же живут мои рыбки. Рыбок я уже сегодня, конечно же, покормил. Кормлю их часто для того, чтобы они росли. Также рыбки растут первые 4 дня и увеличиваются в размерах. Это также очень прикольно, реалистично. Мне это очень нравится. Что еще здесь можно посмотреть? Как видите, у меня сейчас уже рыбки сделали икру. Для того, чтобы сделать икру, вам нужно нажать на аквариум, выбрать, да, тут, как видите, 43 часа. Вы нажимаете ОК, выбираете рыбку одну, вторую, они отправляются в аквариум, после чего вам делают икру. И у вас идет таймер. 7 дней икра, так сказать, спеет, да, и через 7 дней у вас появляется третья рыбка. Это очень круто для тех людей, которые хотят разводить рыбок, да, это очень интересно и дает нам зарабатывать. Давайте покормим немножко рыбок и зайдем, конечно же, в нашу денежную ферму. Денежная ферма, заходим, идет обновление, прошел уже у нас один круг по телятам, по яйцам прошло уже два круга. Я уже два раза делал реинвест. Как делать реинвест, я покажу, конечно же, в следующих видео. На данный момент у меня на балансе нету для того, чтобы показать. И мы можем видеть, что яйца, конечно же, быстрее все это происходит. Но в яйцах вы, конечно же, зарабатываете меньше, чем в телятах, либо же в
поросята. Но также я хотел бы рассказать про яйца. Яйца не делятся, то есть яйца идут сразу на вывод. Если вы инвестируете маленькую сумму, да, то есть доллар, увеличились лимиты и по яйцам, и по поросятам. Как мы можем видеть, да, то есть сколько было проинвестировано в 21 круге, 22 круг 219 человек, от 1 доллара до 250 долларов можно инвестировать. Заходим купить телят. Я буду инвестировать ровно 250 долларов. И как вы видите, ваш доход составит 412 долларов. Зажимаем купить телят. И у меня уже телята куплены. После чего я, конечно же, как видите, процент вырос. 40% уже собралось. И я уже, когда тут будет собрано 100%, я заработаю с первого своего депозита там, с 23 долларов. При этом будет, конечно же, точнее, с 15 долларов 87 центов я заработаю 23,81. И со второго депозита я уже заработаю 412. Я, конечно же, 23 доллара часть денег буду реинвестировать. Да, то есть 50% идет на мой баланс для покупок. И у меня еще остается 100 долларов. Я их буду инвестировать. А часть денег, конечно же, я буду выводить. При этом я, конечно же, вам покажу, как делать реинвест с баланса. Почему я хочу вам показать, как делать реинвест с баланса? Я буду реинвестировать ровно 350 долларов. Я хочу реинвестировать. Почему именно 350 долларов? Для того, чтобы зарабатывать на каждом круге, у меня будет определенная сумма денег. Эту определенную сумму денег я буду поддерживать. К примеру, если я сейчас проинвестировал 250 долларов, выведутся мне 412, да? 50% идет мне на кошелек и 50% идет мне на баланс для покупок. Я не буду уменьшать сумму 250 долларов и, конечно же, с 6 долларов 25 центов, если быть точным, я часть денег опять отправлю на баланс для покупок. Для того, чтобы не уменьшать свою сумму инвестирования. То есть у меня будет именно сумма инвестирования по 250 долларов на одном. И на втором, я думаю, сделаю около тоже 250. Конечно же, хотелось бы сделать. Но это также будет в будущих видео. Поэтому следим, смотрим и, конечно же, инвестируем вместе со мной. Также мы можем видеть на цыплятах, да, то есть на яйцах я уже сделал несколько кругов. У меня сейчас куплено на 0.9, да, сейчас мы зайдем. Куплено у меня на 99 центов. И мы можем видеть, что выводок, который был 36, у меня куплено на 0.82. Если вы смотрели прошлое видео, я покупал на максимальную сумму там 77 центов. Я сделал реинвест, получил плюс еще 5% к сумме от реинвестирования. Это очень классный бонус от администрации. Если вы делаете с баланса реинвест, вы получаете плюс еще 5% к сумме своей к инвестированию. Это очень удобно и, кстати, очень выгодно. И, конечно же, я вот собрал немножко денег и, получается, на 36 круг кинул 0.82 цента, да, и получу 0.9. Я их опять же буду реинвестировать для того, чтобы у меня яйца, как видите, 0.99, да, максимальная сумма инвестирования 99 центов на яйцах и минимальная 10 центов. Я их буду реинвестировать постоянно для того, чтобы увеличивать свой доход. И заработаю я $9. Это именно на яйцах. Ну, телята, конечно же, помощнее. И здесь, конечно, зарабатывать, конечно же, более приятно. Ну, яйца идут больше. То есть, яйца вы быстрее будете окупать. Если у вас маленькая сумма, да, нет у вас больших денег, то, конечно же, вы можете прокрутить несколько раз на яйцах. Да, там, к примеру, доллар закинуть. Прокрутить на яйцах там 2-3 раза. У вас уже будет больше доллара 30. И уже, конечно же, можно зайти в телят. С доллара 30 вы уже будете получать 50% за круг. Не забываем о том, что круг идет через круг. То есть вы покупаете выводок. Выводок заканчивается. На следующий выводок вы продаете этот выводок. И после этого вы уже получаете профит. Это также вы должны учитывать. Ну, это я все рассказывал также в прошлом
видео. Что еще здесь мне нравится? Здесь мне нравится ваша реферальная система. Реферальная система здесь также очень прикольная. 5% от инвестиций ваших партнеров. Я могу видеть, что уже 2 человека у меня потихонечку начинают инвестировать. Люди уже начинают доверять проекту. 5% идет вам на баланс для покупок. Вы с него уже, конечно же, можете пускать деньги в свои, да, инвестиции. Либо же в рыбок, либо же в денежную ферму и зарабатывать. Но в денежной ферме вы зарабатываете, конечно же, больше, чем в рыбках. Но также на, как говорится, вкус и цвет товарищей нет. Шашки в шахматы я, честно говоря, не играю, но знаю, что люди очень много играют, там выигрывают по 18 центов, по 20 центов. Если вы хорошо играете в шашки, в шахматы, в карты, играйте, зарабатывайте, также здесь можно. Пенсионный доход также здесь начисляется от 65 дней. Я уже здесь, как видите, 2 дня и уже проинвестировал $379.54. При этом я не выводил ни копейки. Я проекту доверяю и я реинвестирую для того, чтобы достичь того момента, чтобы я мог зарабатывать хорошую сумму денег. Там, в течение там, 2-3 дней я выводил бы там, $100-200. Задумайтесь, за эти деньги вы работаете почти, там, некоторые люди работают месяц. Я буду зарабатывать их в неделю. В неделю я буду зарабатывать там где-то около $200-300. Подумайте, решите для себя, нужно ли вам это или нет. Не забываем о том, что инвестировать нужно только свободные средства. Если же, конечно, они у вас есть, вы инвестируете и зарабатываете также хорошие деньги. А те деньги, которые лежат, да, то есть они свободные, они должны работать для того, чтобы приносить нам доход, а не просто лежать и пылиться и, конечно же, терять свою стоимость. Потому что сейчас все дорожает, доллар дорожает, но при этом за доллар вы купите меньше, чем вы могли бы купить, например, 10 лет назад. Поэтому думайте, приумножайтесь и зарабатывайте. Ставьте лайки и не забываем о том, что это видео сделано только для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Проект топ. Я здесь буду зарабатывать большие деньги. Всем пока.